Игорь, добрый день. Почему вообще оказались в Нижнем Новгороде сегодня, такой неожиданный? Спонтанно собрался на ЦСКА съездить, ребят, поддержать, что-то билет купил, приехал, и вот я здесь. Хотя я вроде тут вообще не должен быть, я не понял, как я здесь вышел. Как вам игра вашей команды, за которую болеть? Понравилось ли все сегодня? Да, сегодня хорошо. Ну, не все, все никогда не понравится, но в целом было достаточно смотрибельно. Победили классно. По поводу десятки непосредственно хотелось бы поговорить, какие ожидания от Кубка Лиги? Ожидания... Блин, у меня уже нет вообще никаких ожиданий. Я надеюсь, будет ноль булеталити. Вообще ноль. Чтобы больше никогда мы в них не участвовали. А не хотелось ли бы вам так же руководить командой, как Азамат Тахирович, то есть соразмерно его вкладу, допустим? Блин, да может быть и хотелось бы, но, наверное, не найду пока ни времени, ни сил. Он-то вот нашел каким-то образом чудесным. И последний вопрос. Дзюба все-таки будет в десятке? Нет. Хотя я не знаю, но, по-моему, нет. Несмотря на то, что Александр Черин дал комментарий, то что все-таки есть какая-то вероятность, быть может. Блин, да может просто придет как друг. Но я надеюсь, он же еще, хотел сказать, половозрелый, он же еще действующий спортсмен. Я надеюсь, он идет в профклуб. Ну я интервью сейчас, все. Все, спасибо. Сначала вы вопросик. А, как думаете, нужно ему уходить или все-таки лучше оставаться? Блин, вот это я не могу комментировать. Не знаю, что нужно. Но, наверное, как вот сердце ему подсказывает, вот так. Акинфеев сколько лет еще проиграет? 6-7 по ощущениям. Вот сейчас с ним виделись. Такой бодренький еще. Бодренький, прям готов долго, да? Ну, 2 точно должен. Понял. Спасибо.